И всем привет, ребята, с вами я, красивый ЮТ. И сегодня знаменательный день, конечно, я не знаю, может, я его потом дозапишу частями как-то. Но, в общем, смотрите, у меня сейчас максимальное количество голды, которое было когда-либо на моем аккаунте. 1706 голды, 28 копеек. Я думаю, прекрасно, мы все знаем, для чего мы собрались. По названию ролика и по превьюшке вы уже поняли, что будет в этом ролике. Ну, в общем, мне недавно вывел булдропчик, задонатил, и вместо 90 голды мне пришло 107. То есть там намного выгоднее донатить, и тебе приходит гораздо больше голды. В общем, хочу сказать огромное спасибо подписчикам, которые мне голду дарили, а именно Сухарики, Смарт-агент 24, Риган Дэн, извиняюсь, если неправильно ники прочитал, конечно, Форус ЮТ. Все эти люди внесли во вклад свой ЮТ, СПГ, Сэнди. Все эти люди внесли вклад в развитие моего канала, можно даже так сказать, моего аккаунта. Всем им огромное спасибо. Ну, в общем, всем, наверное, интересно, как, хотя, я не знаю, на приюшку я помещу этот нож, нет. В общем, всем, наверное, интересно, какой же нож я куплю. Значит, берем и ставим за... Я хочу, ну, конечно, я не люблю разбрасываться голдой, хочу сначала поставить на запрос этот нож. А именно нож стилета Вайпер. Этот... Вообще, стилета имбовый для меня, анимация, мне так стилета нравится. Я хотел для начала тычки, когда не хватало голды. Потом смотрю, ага, голды, значит. Думаю, тычки или же кукри взять. Потом, значит, смотрю, мне хватает на это, на танта. Думаю, может быть, танта взять. А потом мне подкидывают голды, и мне хватает на стилета. Я такой... Все, останавливаюсь тут. Не, конечно, могу подкопить и вообще до бабочки дойти. Но вопрос, зачем? И вы, наверное, спросите, почему стилета Вайпер? А я не знаю, мне просто этот стилет-то нравится. Такой золотистый весь, прикольный. Прям вообще кайф. Ну, этот, ну, какой-то красивый, но не знаю. Этот Дамаскус, ну, прям вообще, не знаю. Ну, получше, конечно, чем прошлый, но тоже не очень. Ну, тай-дай, конечно, не обговаривается, это топ-нож. Ну, а вот именно из тех, которые я могу сейчас позволить, из стилета Вайпер самый лучший. В общем, все, хватит разговоров, я не понял, что рынок лагает. Я не вижу последних действий. Окей, сейчас перезайду. В общем, ребята, я уже перезашел. Пожалуйста, рынок, не руинь мой первый нож. Ага, значит, берем, ищем его, вот он. Он, кстати, подешевел. Кто-то выставил. 1350-1347 ставлю. Хотя, это же прям по запросу, я прям могу сейчас купить его. А, нет. Мне показано, тут продано, хотя он снял. Походу, сейчас еще ниже выставит. Походу, сейчас, чтобы был на первом слоту, еще. Смотрите, как я удачно попадаю. Я, возможно, прям сейчас со слота куплю. 1346. Отменен. Что происходит? Най. Упустил свой шанс, как говорится. Ладно, 1350 давай ставлю. 1350 голды. Я же не куплю их там, надеюсь. Все, ставлю запрос. Ну и так постоит минуток 15, а потом решу. Наверное, все-таки потом куплю со слота. Так что пока ждем. Так, кстати, надо в телеграм-канал скинуть, на какой нож я поставил, им тоже интересно. Подписчики тоже думают, что же за нож я ставлю. Говорили мне разные тычки брать, танта брать, кукри, не кукри, а это. Кунай брать, говорили. Ну вот, теперь они будут знать, что за ножик я хочу купить. Значит, берем. Ссылочка в описании, кстати. Подписывайтесь на канал.
Не понял, что такое. Окей, вот так. Кто-то перебил запрос. Ждем-с. Перебили мой запрос. Перебили. Так, надо выключить уведомления, чтобы не приходили. Главное, случайно не купить. Собаки перебили. 1360 ставил. Почему лагает? Я не пойму. Что с рынком? Вы понимаете, они мне мешают. Мой запрос перебили. Алло. Кайф, перезаход. Они мой запрос перебили. Вы понимаете, какие собаки сутулые? Ну, я без боя не сдамся. Я буду бороться до конца своей голды. Пока голда не кончится, я не сдамся. Я готов все 1700 отдать за нож. Ну, там он, конечно, даже дешевле. Почему рынок лагает? Почему? Рынок такой руина. У меня с инетом все норм. Ну, мы сегодня зайдем, нет? Алло. Рынок. Еще один перезаход. Я опять зашел. Рынок, не лагай, спасибо. Ножи, бегом. Бегом, бегом. 1390. Ага, перебили. Ну. Отменится. Окей, 1360 ставлю. Все, так по факту стоит мой запрос уже, 1360. Но старый запрос вот тут еще не прогрузился. Ой, ребят, я чуть не купил, тут 1390 стоит уже запрос. Хотя, мне кажется, вот чё мелочиться сейчас из-за вот 40 голды. Ну 40 голды, чё мелочиться из-за них-то? Учитывая, какие тут сейчас суммы идет речь, то 40 голды тут ничего. А так, если 0 и 40, это, да, конечно, разные. То уже там помелочиться стоит, если что-то так. Ну, а тут я не вижу смысла мелочиться, но все равно попытаемся словить за закуп. Не, я не понимаю. Я сейчас даже перезайти не смогу, потому что стоит мой запрос. Если мой. Мой старый не отменяется. Да я и не вижу никаких действий. Либо их нет, либо просто они не прогружаются из-за лагов рынка. Ну, я не знаю, что делать. Ну, сейчас, если не отлагает, то опять перезайду. А пока ждем. Окей, перезаход. Так, я перезашел опять. Мои запросы на покупку. 1360. Пока мой стоит, все. Вот теперь ожидаем. Есть с наклейками? Капец, даже за 1 000 000 голды с наклейками нет. Что за скин вообще такой без наклеек? Кошмар. В 2023 это кринж. Приобрел это за... Я думал, за 1200 слили кому-то. Такой, как так? Не могу. Что? Ребята! Что там может быть? У меня руки трясутся. Это было капец как неожиданно. Что там? Неужели там?
Моя первая аркана в инвентаре вообще. Обалдеть. Что это такое, ребята? Огромное вам спасибо, это ваша заслуга. Вы в большинство мне помогли. Больше, я не знаю, 70%, наверное. Обалдеть. И у меня еще 346 голды осталось на прокачку инвентаря. Теперь уже под ножик. Кстати, может на перчи теперь накопить? Давайте посмотрим какие-нибудь перчатки под золотой этот. Скинчанский. Вот и такие. Ну, кстати, такие неплохие. Почем они? По 800. 700 по закупу. 500 могу... Я могу 150 голды на... Ребят, эти перчи, мне кажется, идеально подойдут. Мне кажется, я на них теперь буду копить. В общем, если буду стримы по стендоффу, обязательно приходите. Там мы решим, на что копить. Ребята, ножик, ньюшка, скриншот забыл сделать. Ой, если... Я сначала не понял, думал, как он за 1000... Там написано, приобрел за 1200. Я не понял, как так? Он, по факту, тогда мне должно было прилететь за 1200, потому что у меня запрос 1360 был. Не понял такой, начал кумекать, думать, и тут мне в этот момент прилетает совершенно неожиданно. Ребятушки, козлятушки, осуждаю такое. Нет, вы умные, хорошие, молодцы. Просто рифму подбирал. Обалдеть, Нюшка, я не хочу ее убирать. Все. Я не хочу ее убирать. Я хочу ей любоваться вечностью. Тип предмета. Фильтр. Аркана. Вот она. О, господи. Продал весь инвентарь ради ножа. О, ну что, давайте затестим, пойдем его, что ли. Ой. Применить. Все. Мой первый нож. Ой, извиняюсь, ударил вам по ушам. Мой первый нож вообще в стендов 2 и мой любимый. О, огромное спасибо вам. Ну что, идемте проверим, что там и как он там. Зайдем, давайте в тренировочку и посмотрим. Обалдеть, я не думал, что я его сегодня куплю. Я думал, он будет висеть и висеть, а там активность на ножах. Я думал, она ниже. Я думал, запрос повисит, день он может висеть, ничего не сможет произойти. А мне буквально там за сколько минут записи, я даже не знаю, за 7 минут записи это, слили. Я думал, я буду делить. Я хотел сначала поставить это, запрос на покупку, потом у меня никто не купит. Я, значит, сниму вторую часть, как это. Я не верю, это мой телефон. Я не верю, погодите. Я думал, потом куплю со слота. Это мой телефон, я не верю. Какая анимация доставания. Кайф. О, господи. Ну-ка, анимация осмотра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это не... Я не верю, это мой аккаунт. Ой-о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 й. Вообще обалденно. Обалдеть. Просто, ребят, я не верю. Это не мой аккаунт, я не поверю. Ой-ой-ой, вы посмотрите, когда я бью, анимация какая. Это у них разные анимации. Ой-ой-ой, как он его крутит, вертит. Опа, опа. Вот вторая анимация. Просто лучший нож. О, господи, я не верю, ребят. Это все ваша заслуга. Спасибо вам. О, это было капец, как неожиданно. Вообще, я не ожидал. Я говорю, я думал, я буду разделять ролик на две части. Я в шоке, мне нечего сказать. Ну-ка, как это быстро будет? Я люблю вот так делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И потом такой, оп. Побежал. На. Я в шоке, ребят. Огромное спасибо вам. Это все ваша заслуга. Давайте еще раз посмотрим и пойдем уже в инвентарь. О,
теперь от скамеров нужно оберегаться. Это, во-первых, аркан, а во-вторых, нож. Я в шоке. В общем, огромное спасибо вам. Это все ваши заслуги. Я не знаю, что сказать. Реально. Я просто в шоке. Я надеюсь, там микрофон мой записывается. В общем, спасибо вам. Подписывайтесь на телеграм-канал, там заранее все о роликах и так далее. О стримах говорю. В общем, ставьте лайки. Там мы проводим съемки роликов. Мне нуждается народ, кстати, да. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.